Привет, с вами Зия. Сегодня мы будем на канале Лего Мания. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну что ж, приступим. Берем три таких колесика обычных и ставим на 6 на 2. Снизу. Потом мы берем вот такие вот штучки с четырьмя. И здесь тоже сзади с четырьмя. Так, это будет зад, это будет перед. Вот поставим себе вот такую фару. И поставим вот эту штучку вот так. Ну не вот так, потому что так как автомобиль выглядит, а вот так более чем как танк. Потом здесь еще вот так ставим задние фары. И то же самое треугольником. Потом мы ставим 1 на 4. Потому что у меня не было еще одного 1 на 4, я поставлю 1 на 2. Но у кого есть, ставьте 1 на 4. Потом ставим в центре вот такие вот штучки, которые сбоку и сверху. И вот таких 4 по центру. А потом ставим один вот такой треугольник сзади. И опять же, из-за того, что у меня не было такого треугольника, я поставлю 2 таких впереди. Вот. Потом мы берем вот такую штучку, ставим вперед. И потом берем еще одну назад. Потом берем вот такую штучку, которая вот так более-менее ставится сюда. Нет, вот это сюда, а это сюда. А вот эту вот сюда, а эту сюда. Вот так. Синяя, красная. Потом мы берем вот. Теперь делаем хобот. Хобот будет таким. С красным фонарем. Потом будет с прицелом. Потом будет с такой вот штучкой и с пистолетиком. Ставится сюда. И самое главное, можно на эти три колеса надеть резинку. И тогда они будут крутиться. И на другую то же самое. А из-за того, что он не едет на столе, если вы его положите на какую-то внедорожную часть, вот, например, на руку, видите, колеса крутятся. Вот. Иногда эта цепь спадает с него, но ничего, можно поправлять. Вот у нас такой танк получился. Тю-тю. Вам понравилось? Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пока!